Больше всего людей было в центре города. Маршрут пролегал по курортному проспекту от Зимнего театра к морскому порту. Шествие возглавили 42 военных. Они несли увеличенную копию Знамени Победы – 10 на 16 метров. Того самого, что развивалось над Рейхстагом 73 года назад. Затем шла колонна ретро-автомобилей, в которых были ветераны, а уже после – сам бессмертный полк. Рекордное количество участников. Только в центре Сочи по курортному проспекту прошли около 50 тысяч человек. И у каждого была история своего героя. Мы деда ни фотографии, ничего не имеем, но пытаемся найти. Пытались найти, не получилось. Руки не опускаем. По крайней мере, он с нами, мы помним его. Получил сильнейшее ранение. Несколько ребер потерял. Дышал не вперед дышал, а назад дышал. Я ему спину, когда в бане тер, он говорил, все, аккуратнее, аккуратнее, там ребер не было. Пришел живым. Никогда ничего не рассказывал о войне, настолько трагично все было, но всегда говорил, в мире должен быть мир. Такие разные истории объединила одна война и одна общая победа. В целом во всех районах Сочи в шествии бессмертного полка приняли участие более 80 тысяч человек.